26 августа в Кашхабском районе в период времени с 15 до 17 часов сотрудниками отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске совместно с ротой номер 3 отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Адыгея проведено профилактическое мероприятие «Грузовик» в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении грузовых перевозок. В ходе мероприятия с водителями грузовых транспортных средств проведены профилактические беседы по соблюдению скоростного режима, на своевременность прохождения предрейсового медицинского осмотра, а также соблюдению установленных норм режима труда и отдыха. За время проведения мероприятия выявлено 6 административных правонарушений, проведено 18 профилактических бесед с водителями грузовых транспортных средств.